Алан Гудман – шестой президент Института международного образования, ведущий некоммерческой организации в области международного образовательного обмена. Институт проводит исследования в области прохождения международных стажировок студентами вузов, а также администрирует программу «Фулбрайт», которую спонсирует Государственный департамент Соединенных Штатов Америки и более 200 других корпоративных, государственных и частных программ. I'm visiting Ukraine on the occasion of the 25th anniversary of the Fulbright program, which the institute where I serve administers on behalf of our Department of State. And we welcome students from all over the world, but especially Ukraine. The most important infrastructure universities around the world have are good faculty and good students. And I'm impressed with some of the students I had a chance to meet students in one of your classes, and I know your professors and administration are very concerned to provide high quality education. В Одесской юридической академии Алан Гудман встретился со своими коллегами из-за рубежа. Адвокат и медиатор Дэвид Кук в рамках инновационного образовательного проекта «Школа права США» сейчас читает авторский курс лекций для студентов юракадемии. Это уже второй его визит в Одесский вуз. I'm lecturing on American civil law. I am, after 40 years of law practice, trying jury trials. It's something that I know a little bit about and enjoy teaching. The students are wonderful. Their fluency in English is remarkable, and it's why I've enjoyed it so much and have come back. Гости ознакомились с инфраструктурой вуза и встретились с президентом университета Сергеем Киваловым. Главная цель – подписание меморандума о сотрудничестве между Одесской юракадемией и Институтом международного образования. Отметив тесные связи Сергея Кивалова с американским правительством, а также сотрудничество юракадемии с ведущими вузами США, Алан Гудман уверен, что подписание меморандума даст новые возможности для реализации еще большего количества совместных программ в сфере образования. I'm very grateful that your president visited the president of the United States at his inauguration, that he attends prayer breakfasts in Washington. I live in Washington, and I look forward to working with him and reviewing the memorandum of understanding and making it possible. Студенты юракадемии, кроме украинского законодательства, также изучают нормативную базу других стран. Вуз регулярно посещают гостевые лекторы из-за рубежа. С первого курса студенты сами выбирают, на каком языке они хотят слушать лекции. Английский, немецкий, французский. Такой подход к организации учебного процесса является уникальным для стран всего постсоветского пространства. Юрист, настоящий юрист, он хорошо должен знать право не только своей страны. Вот не случайно у нас уже 15 лет действует американская школа права. Не случайно, что наши студенты сегодня слушают лекции на английском языке, потому что они владеют и знают хорошо английский язык в частности. И я очень горд, что вот те программы, которые мы предложили в университете 15 лет назад, они действуют сегодня. Сегодня многие выпускники юракадемии представляют нашу страну и город в ведущих адвокатских и других юридических компаниях США и странах Европы. Действующие адвокаты сегодня, получив здесь диплом, они работают в Соединенных Штатах Америки. Действующие адвокаты сегодня работают в Великобритании, в Лондоне. Наши выпускники, которые закончили 10-12 лет назад. I'm very honored to be at your National Academy, and I'm very impressed with the courses offered in all kinds of European languages. I think they're preparing your future jurists to be not only part of administrating justice in. So I am impressed with the training provided for a European outlook on law and civil society. It's very hard to open higher education to many different perspectives, but I was impressed to meet here professors from the United States of America, also from France, teaching the law of human rights. В этом учебном году в Одесской юракадемии также была открыта магистратура по международной журналистике и международному праву. Наталья Апара, Юлия Пальнова, телеканал «Репортер».